Всем привет! Вы на канале джанка School. Меня зовут Михаил, как вы знаете. И сегодня со мной а, очень интересный а, человек. Это Виталий Кулиев. А, с канала, как ни странно, Виталий Кулиев. А, это канал о машинном обучении, о распознавании, машинном зрении и так далее. То есть это та информация, которая а, в интернете, так скажем... Ее все зажали и бесплатно не распространяют. Сегодня мы поговорим об, об реализации сервиса распознавания лиц, об архитектуре как бэкенда, так и самого глубокого бэкенда, самого распознавания. Собственно, Виталий, тебе слово. Всем привет! Меня зовут Виталий Кулиев. И я хочу с вами разобрать такой вопрос, как сделать сайт, на котором можно распознавать лица и находить похожие лица. Итак, давайте поставим задачу. Значит, у нас есть в интернете сайт с каким-то функционалом. Пусть он будет написан на Django. И мы хотим туда внедрить сервис для распознавания лиц. Итак, для начала давайте поставим сдачу. Вот у нас загружена фотография. Ну, допустим, как вы сейчас меня видите. Первый этап. Нужно определить лица. То есть на исходной фотографии выделить лицо. Ну и плюс отцентрировать его. То есть чтобы лицо было вертикальным. После этого нейронная сеть должна из этого лица, из картинки, сделать так называемый эмбеддинг. Это такой вектор чисел фиксированной размерности. Для нейронной сети ставится задача так, чтобы по входному изображению создать такой эмбеддинг, на котором похожие лица будут очень близки по косинусной мере, а лица разных людей будут различными. Соответственно, вот у нас два шага. Первое мы нашли все лица, второе получили из лиц эмбеддинги и уже записали их в базу данных. В базе данных у нас есть аналогичные эмбеддинги от других людей, и мы можем найти максимально похожие вектора. С точки зрения архитектуры такой сервис мы можем построить следующим образом. У нас будет всего три микросервиса. Первый сервис будет написан на Джанге. Там будет э, расположен сайт, база данных сайта, какие-то пользователи регистрируются. Все микросервисы будут общаться по HTTP-интерфейсу. Ну, потому что это полностью удовлетворяет всем нашим требованиям. Э, HTTP-запросы практически все программисты знают. И даже продвинутые пользователи могут в браузере выполнить HTTP-запрос точнее не выполнить, а посмотреть, какой HTTP запрос отправился, какие у него данные и в случае чего помочь с тестированием. Михаил, что можешь сказать со своей стороны? А, собственно, что нам для этого понадобится? То есть нам нужно сделать API, который позволит нам загружать изображение и, собственно, само изображение мы должны передавать на другой сервис. То есть наш endpoint должен общаться с другим сервисом для того чтобы начать распознавание лиц но если мы передадим прямо в нашем views запросим другой сервис по http то время которое будет идти ожидания так скажем ответ у нас будет все это время ждать по сути пользователь Распознавание лиц может длиться какое-то определенное ну, количество времени, да, минуту-две. Сколько Виталий по идее может длиться такое распознавание? Сотни миллисекунд распознавания и поиск зависит от мощностей. Можно тоже ложиться в сотни миллисекунд. Mm, отлично. Тогда, если после того, как мы распознали, что должен наш сервис куда мы загрузили картинку, то есть наш сайт дать ответ. Что нам вернет сервис распознавания? Какой ответ? Сервис распознавания, во-первых, он найдет все лица на картинке, во-вторых, он рассчитает эмбидинги для каждого лица, и, в-третьих, по полученным эмбидингам найдет похожие фотографии, уже загруженные в базу данных. Ну, это, например, могут быть фотографии из социальной сети. То есть, по сути, нам э, вернутся все данные, о которых ты сказал, и плюс еще э, э, URL для, на эти фотографии. Вот, собственно, архитектура, архитектура этого сервиса она банально простая. Вот, и получается, в следующем суть у нас. У нас будет э, примерно один endpoint, который позволяет нам принять на вход изображение. Это изображение мы, объект, передаем далее на сервис распознавания. Ждем от него ответ. Он возвращает нам а, все нужные данные. Скорее всего, это будет JSON, верно? Да. Yeah. Jason, да? JSON да. проще всего имплементировать. Да, и мы просто отдаем на нашу клиентскую сторону этот ответ. По сути, а, нам наш Django нужен как а, веб-мордочка, которая позволит общаться нам с назовем так глубоким бэкэндом Вот такая небольшая прослойка И здесь, собственно, смотрят, какая архитектура от нас еще требуется. То есть все пользователи могут это делать, не все, то есть зарегистрированы и так далее. То есть, если нужна, собственно, подтверждение, да авторизации пользователя, то у нас должна быть реализована какая-то регистрация и, соответственно, возможность авторизовать пользователя. После чего мы даем ему доступ для вот, проведения таких операций с загрузкой изображений. Михаил, еще такой вопрос. Когда отсылается запрос на распознавание лиц, то этот запрос шлется в синхронном или асинхронном режиме? Какие-то есть ограничения, какие варианты реализации могут быть? Ну, по сути, если ты говоришь, что это будет очень быстро отрабатывать, то мы обычно синхронный запрос сделаем. Все не нужно никакой синхронщины здесь. То есть, да, есть... Да, тут да. По, по- сути, тут опять же смотрим на на наши нагрузки. То есть, если это будет, ну, тысяча пользователей, в принципе, ну это еще нормально, это хорошо. Если бы у нас было уже более э, пользователей, то есть такая активная идет, я не знаю там, проверка или у нас загружается несколько фотографий. Вот. К примеру, для того, чтобы ну, не одну фотографию распознать, а сразу энное количество. Тогда здесь было бы неплохо э, в асинхронном режиме работать с сервисом. К примеру, э, так или делать, что мы ему пачку фотографий отдали, и он нам дал ответ по всей этой э, пачке. Или э, мы по одному шлем запросы, он нам возвращает. И вот здесь было бы интересно, конечно же, конечно же реализовать асинхронность, чтобы мы передали энное количество запросов, и кто, какой первый вернется, мы тот, скажем так, начинали формировать ответ. Опять же, здесь тонкости самой, так скажем, идеи реализации. Ну, в нашем случае, в нашем подходе синхронного кода достаточно. Михаил, а какие требования к серверу, на котором будет расположена вот эта веб-морда? Процессор, память, диск, во что он будет упираться по твоему опыту? Ну, по сути, давай начнем, наверное, с диска, а если мы не храним ничего особенного на диске, ну фотографии не храним, да, тогда диск нам ну, особо не нужен, то есть там 10 гигабайт, чтобы операционную систему, весь, весь софт поставить и сам проект, это будет абсолютно достаточно. Если мы будем сохранять какие-то промежуточные результаты, ну, к примеру, нам пользователь загружал изображение, да, и повторно хочет его загрузить. Но если мы, зачем нам гонять лишний раз сервис, если мы уже получали этот ответ, соответственно, если мы получали этот ответ, мы могли бы у себя в базе данных его сохранить и как бы закишировать, да, так грубо говоря, вот скажем, закишировать. Вот здесь было бы интересно, конечно же, чтобы найти похожую фотографию, была ли она уже этим пользователем загружена или другим пользователем и так далее. То есть вот этот момент был бы интересен с точки зрения архитектуры тоже подумать. По поводу процессора и оперативной памяти, здесь с точки зрения такой простоты работы, здесь хватило бы ну, каких-нибудь 2 гигабайт оперативной памяти и самого простого, там, ну, сколько нам в VPS эти могут дать процессора до да, одного, ядер, одного ядерного соответственно если бы наши нагрузки росли и этих запросов становилось больше и наша машина уже не э, выдерживает тогда бы мы делали просто э, масштаби, э, ну, масштабировали добавляли память или процессор смотря где у нас была бы просадка но по такой по такому общению я здесь бы больше упор наверное сделал на сеть сколько смотря сколько информации будет бегать туда-сюда Давайте тогда еще расскажу про сервисы, которые связаны с распознаванием. В первый микросервис мы отнесем все, что связано с нейронными сетями. То есть первое это поиск лиц и второй расчет эмбеддингов. Эти операции, они затратны по процессору. Также часть вычислений можно перенести на видеокарту. Видеокарта позволяет обработать большое количество изображений одновременно тем самым повышается производительность данного микросервиса. Второй микросервис – это поиск похожих эмбеддингов. По сути, является базой данной с поиском. Есть уже готовые библиотеки типа Face, которые могут искать похожие вектора. Требования к этому микросервису, опять же, это либо диск, либо оперативная память и процессор. Зависит все от объемов всей базы, по которой мы ищем. То есть будь то это тысяча, миллион или миллиард изображений, изображений, по которым мы ищем. От этого будут зависеть характеристики сервера. Ну и, соответственно, сам процессор. От мощности процессора будет зависеть, сколько одновременных запросов мы сможем одновременно посчитать. Михаил, давай подумаем, что может быть, если у нас вдруг в какой-то момент появится очень много пользователей. Где тут будут узкие места и что мы можем по архитектуре изменить, чтобы обработать всех пользователей. А, значит, если будет очень много пользователей, это от какого количества? Ну, допустим, 100 пользователей одновременно зашло на сайт и загружают свои фотографии. Смотри, здесь вот я о чем подумал. Для такого сервиса Django даже слишком будет много, вот если честно. А я бы взял сюда какой-нибудь или Flask, или FastAPI, если бы мы хотели прикрутить асинхронность. Вот я бы больше на Fast API был бы склонен, потому что тянуть целый джанга для, для такой веб-мордочки ну, не особо интересно. Значит, по количеству запросов, если будет оно увеличиться, то хорошо, хорошо было бы, чтобы у нас все-таки здесь была асинхронность. Вот FastAPI как раз бы нам в этом помог. Почему? Потому что у нас время отклика для пользователя был бы быстрее собственно у нас пришло ну грубо говоря сразу 100 запросов вот и какой первей получил ответ тот и вернется то есть отклик от нашего бэкенда будет быстрее по сути теперь если мы гоняем э, изображение туда-сюда соответственно какой объем изображений у нас разрешен то есть его вес ну допустим 1 мегабайт 1 мегабайт стоп пользователей это 100 мегабайт мы э, гоняем в сеть собственно сколько нам нужно сети чтобы прогнать 100 мегабайт вот, как я и говорил, у нас основной проблемой будет сеть, потому что очень большое количество информации, это именно изображения, будут гоняться по сети. Вот. Первое, это сеть до, так скажем, нашего э, самого бэкенда э, сайта э, должна быть хорошая линия, и между нашими нашими э, серверами, вот этими ми микросервисами, да, называемых сервисы. Суть в том, что здесь бы э, было бы хорошо. Или э, делать э, некую шину, вот, который, у которой будет хорошая пропускная способность. Или э, расширять канал э, сети. вот. Если мы берем, берем то, только HTTP, собственно тогда нам бы ну, 1 гигабит. Да? Было бы неплохо. Если мы говорим о том, что мы положим шину то какую-нибудь хорошую высоконагруженную шину, над или что-то наподобие, можно было бы сделать и закидывать запросы туда. Гнать э, изображение в, вот в байтах, там в Base64 и так далее, это уже, конечно, вопрос такой на подумать, но суть в этом. Соответственно, если мы не берем никакие архитектурные подходы, кроме как HTTP, тогда это Просто увеличение пропускной способности. Иначе наша сеть захлебнется, и у нас начнутся просто коллизии. Тут есть еще другой момент. Например, на сервисе с лицами может не хватать видеокарты или процессора. То есть, сеть мы посчитали это примерно 100 картинок в секунду может быть обработана на гигабитной сети. А например, процессор может, например, 10 картинок в секунду обрабатывать. Я могу предложить еще один архитектурный подход – это использование очередей. То есть можно отказаться от асинхронных запросов, то есть, например, оставить Django, синхронные запросы, и мы все картинки кладем в очередь. То есть на Django приходит запрос с картинкой, картинка сохраняется на сервере, на диске, и запрос добавляется в очередь. Ну, то есть это отдельный сервис очередей, например, RabbitMQ, что вот у нас от такого-то пользователя пришла картинка, ее нужно обработать. Далее э, сервис с распознаванием. Просто он лезет в очередь и по очереди разгребает все картинки со своей скоростью. И неважно сколько будет, 100 пользователей, 1000 пользователей. Допустим, у нас сразу 1000 пользователей в одну секунду прислали картинки, они все сложились в очередь и далее... Сервис распознавания просто разгребает эти картинки. А у каждого пользователя уже в личном кабинете висит, что картинка распознается. Ну и примерно можно сказать, что примерное время распознавания ну, например, 15 секунд, если много пользователей. Если пользователей мало, то это примерно секунда-две распознается, и пользователь получит результаты. Вот такой архитектурный подход можно еще применить в данном проекте. Да, я когда говорил за шину, как раз я это имел в виду, то есть какая-то очередь, это может быть, как ты сказал, RabbitMQ, это может быть, к примеру, если поменьше взять какой-нибудь Redis, он тоже это позволяет делать со своими стрим или NAT, тот же самый, если я не ошибаюсь, по-моему, NAT он называется. Суть в чем? Здесь интересный получается момент. Если у нас увеличится количество пользователей и есть вот эта очередь, соответственно, ожида... ожидание от э, сервера у нас увеличивается. Но мы не можем бесконечно ждать. То есть растягивать там на 10 минут ожидание или на 5 минут, ну, да, мы не можем. Соответственно, здесь интересно было бы реализовать реал-тайм. Что я имею в виду? К примеру, к нам очень много пользователей загружают картинки, у нас уже выросла очередь, да, то есть у нас, к примеру, ожидание 1 минута и более. Соответственно, когда как мы можем это решить эту проблему? Нам загружается изображение, как сказал Виталий, у нас оно сохраняется на диск, ложится в очередь и мы ждем, когда оно будет обработано. Но нам нужно оповестить пользователя о том, что задача принята и, собственно, когда задача будет выполнена, мы должны дать ответ пользователю. Если мы все эти запросы будем держать открытыми, соответственно Мощность нашего, так скажем, сервера должна быть колоссальной, чтобы все это удержать, все эти сессии. И этого как бы не хочется делать. Соответственно, все пользователи, просто у них будет страница висеть. Ничего пользователь не может сделать на сайте до тех пор, пока не придет ответ от сервера. Соответственно, вот здесь нужно применить э, веб-сокеты. Суть в том, что мы можем <coughs>, открыть э, веб-сокет соединения. Э, и после того, как у нас... Э, Отправляется, то есть веб-сокет соединение у нас открывается с помощью HTTP. Соответственно, мы отправляем запрос на открытие веб-сокета, отправляем изображение на обработку, выдаем некий ключ будем его называть токен наш, к примеру, там, ID-очередь, это может быть что угодно. Как-то запомнить, что это картинка этого пользователя вот этого сокет соединения. Соответственно, и у нас висит это сокет соединения. И у пользователя отображается, что идет обработка. Все, в этот момент он может ходить по сайту, мы никак его не держим. Но когда он, к примеру, возвращается в свой личный кабинет, у него все это колесико крутится, потому что сокет соединения еще не принял ответ от сервера, что все готово. И вот когда к нам от нашего сервиса распознавания возвращается ответ, так как мы знаем, чей это был ответ, да, какой-то, скажем, картинки, мы можем сравнить вот эти ключи этому пользователю на нужное сокет соединения, мы возвращаем ответ. Соответственно, наша фронтенд часть может сообщить пользователю, что обработка завершена, можете там перейти в личный кабинет. Он заходит в личный кабинет, у него есть эта информация. Вот таким образом можно было бы это еще масштабировать. Михаил, такой вопрос. Вот если мы используем веб-сокеты для общения с Django и другими микросервисами, то что произойдет, если пользователь обновит страницу, закроет браузер, откроет заново его. Как решить вот эту проблему с потерей соединения? Точно так же, как мы решаем проблему с когда пользователь выключает браузер и снова заходит к нам на сайт. У нас же есть авторизация, человек же авторизуется на нашем сервисе, если мы говорим, что есть авторизация. То есть, если он авторизовывается, мы. Можем создавать ему вот это сокет соединения, канал, который открывается у нас, привязываться к конкретному пользователю. И пока оно живет, это соединение, оно у нас записано, к примеру, в базе данных. Мы знаем, что такое-то соединение такого-то пользователя, и у него такое-то, значит, ID очереди. Соответственно, когда он выключил соединение, мы это все равно запомнили нашего пользователя. И если он включает заново сайт, у нас устанавливается новое соединение, мы смотрим, было ли у него до этого соединение в WebSocket. И, соответственно, просто можем подменить эту, этот ключ, сессию, его сокет соединения, и все останется от прежним. Это как запомнить, как сессию запомнить. По сути, пока пользователь авторизован у нас, да, он ходит по сайту, он может выключить сайт, включить, но он у нас авторизован, у него хранится ключ сессии, он к нам отправляет HTTP запрос, и мы знаем, что это наш пользователь. Вот по сути, такая же логика будет и свой веб-сокет соединениями. Я хочу еще предложить один подход, который может улучшить сервис. Это будет актуально в случае облачных провайдеров. Например, к нам пришло много пользователей, то есть, например, мы разместили статью на Хабре, и к нам сразу же тысяча пользователей пришла. И все шлют там десятки фотографий. И они складываются в очередь. И очередь у нас растет слишком быстро, уже много места на диске занимают, время ожидания растет, пользователи недовольны. В этом случае можно применить масштабирование конкретных сервисов. Например, если в первом случае у нас не справляется сервис распознавания, то мы можем добавить несколько новых микросервисов точно с таким же кодом. Например, у нас был один сервис, мы сделали сразу пять. И все эти пять сервисов по очереди лезут в очередь фотографий, берут фотографию и обрабатывают их. Соответственно, скорость разгребания этой очереди увеличилась у нас в пять раз. Это все можно настроить. Когда у нас очередь опустела, то все эти ненужные ноды, они просто убиваются, и у нас остается одна нода, которая занимается распознаванием, и мы тем самым экономим деньги на использовании компьютерных мощностей. Ну, например, это можно сделать вручную под какой-то праздник, если у нас все мощности находятся в облаке. Или просто в облаке снять несколько новых виртуалов, которые будут масштабировать какой-либо сервис. Михаил, какие еще могут быть здесь проблемы? Что можно еще улучшить в данной архитектуре? На самом деле есть очень много разных интересных подводных камней, которые могут возникнуть при э, сервисном подходе. А проблемы у нас могут возникнуть, когда э, у нас какой-то сервис упал. К примеру, у нас был с вами бэкэнд, да, принимал вот эти запросы, запоминал вот эти соединения, и в какой-то момент он настолько перезагрузился. Ну, то есть, да, э, так скажем, перегрелся, да, то и упал. И мог произойти какой-то краш. То есть у нас сбилась база информации о том, а кто какие соединения держал, кому что отдавать. Проблема? Проблема. У нас может упасть, к примеру, шина. Да, наш, вот этот, наша очередь. Это маловероятно, но все же вероятно. Если в какой-то определенный момент у нас вырастает нагрузка на наши распознавания, Соответственно, да, мы можем поднимать разные с, э, сервера, ноды, для того, чтобы распределять эту нагрузку. Но здесь нужно проследить такой момент, чтобы у нас не возникло двойной работы, чтобы, не, чтобы наша очередь правильно срабатывала, и мы не отправили одну и ту же, к примеру, фотографию на два э, или три там, с, э, сервиса, которые распознают это, потому что, когда нам придет ответ, вот здесь не будет понятно, что, что делать-то с этим. То есть есть очень много, так скажем, моментов, которые нужно учитывать и продумать, как их предусмотреть решение, так скажем, этих проблем. Потому что они ну, с вероятностью больше 50% могут возникнуть. Как из-за сети, да, пропускной способности, к примеру, у пользователя грузилась-загрузилась, грузилась картинка наполовину загрузилась и там оборвалась. Или наоборот, мы ему попытались дать, грубо говоря, ответ или что-то еще, и оно у нас все вот эти соединения, сеть, она ненадежная, она может падать. Может падать само железо, базы данных и так далее. Если мы говорим о высоконагруженных серверах, соответственно, нужно предусмотреть такую возможность, чтобы или делать бэкапы, или э, вовремя э, при определенной нагрузке, то есть не дожидаться пиковой нагрузки, а определенной нагрузки, к примеру, там в 90%, грубо говоря, создавать э, как бы подумать новые ноды. Если мы говорим о бэкапе данных, то здесь нужно было бы неплохо сделать зеркало. Чтобы у нас информация описалась, к примеру, в две базы данных. Если одна упадет, вторая будет жить. Вот здесь был бы вот такой еще момент предусмотреть. Если мы говорим именно действительно о высоконагруженных серверах. То есть и вертикальная, и горизонтальная масштабируемость, чтобы была. Ну и, собственно, не используйте Django. Используйте другой фреймворк. Также не забывайте переходить на канал Виталия. Канал называется Виталий Кулиев. Прекрасный канал с информацией о машинном обучении, о распознавании, о просто питоне. То есть это та информация, которая вам будет полезна как не просто писать бэкэнд, а как делать эти бэкэнды интересными. Собственно, вы, скорее всего, знаете о моем втором канале, где я делал распознавание объектов в видео. Так вот, у Виталия это все глубже, подробнее и интереснее. Переходите в ссылочку, по ссылочке в описании. И если видео понравится, обязательно в комментариях напишите «Я от Джанга School», чтобы знали, что это от меня люди пришли. А то я постоянно советую своих mm -hmm. э, коллег, вот. Но непонятно, э, так скажем, о пиаре тогда. Это это бесплатная реклама, не подумайте.